Всем привет, с вами JS. Да, я все-таки дождался то, что ждал. Не скажу, что долго, но достаточно продолжительное время, так скажем. Это игра, которая называется Холод. Если, может быть, кто-то помнит мой достаточно старый, может быть, двухгодичной давности летсплей на игру Catabasis про перевал Дятлова, ну, та была на Unity. Такая достаточно инди-поделка. Это тоже, в общем-то, инди-поделка, но уже на Unreal Engine 4. И тоже про тематику перевала Дятлова. Но если кто не знает, то Холочахаль, по-моему, она называется. Есть такая гора в Свердловской области, где злополучно пропадали группы туристов, в том числе перевал Дятлова. Ну, я думаю, вы на это, про это наслышаны. Фильм еще не относительно, тоже, может быть, год-два назад был на эту тему «Тайны перевала Дятлова». Но он понравился далеко не всем из-за отсебятины и так далее, но, в общем-то, мне тогда он пришелся по вкусу. Так вот, да, она у меня даже пошла. Это тоже был шоком для меня, потому что Unreal Engine 4 после Daylight'а я уже не надеюсь, в общем-то, ни на что. Давайте без лишних слов новую игру продолжить, это я просто тестировал. Очень долго, кстати, тестировал. Я заебался менять настройки. Но что в итоге сейчас получится на записи, вы сами увидите. Я потом просто дополню, что и какие настройки я делаю и так далее. И заставка я тоже, кстати, не смотрел. Сейчас будет заставка. Да. Это, кстати, польская игра. Может провести аналогии с польскими шутерами на польские хорроры, но я все-таки надеюсь, что не подведет. Весит достаточно очень мало в установочном виде. Где-то 2,5 гигабайта. В установленном виде 3 с чем-то гигабайта. В общем-то, я не знаю, может быть, мне даже удастся ее пройти сегодня за один раз, но вообще я хочу так, если сегодня не добью, то минут на 30 и потом продолжим. Что-то когда я тут раз запускал, ты грузилась быстрее. Ладно, может быть, здесь что-то еще генерируется, но это я очень сильно сомневаюсь. Я надеюсь, здесь не будет как Daylight'е. И, судя по всему, оптимизация здесь на порядок выше, чем у того же Daylight'а. Так как Daylight была первой все-таки игрой на Unreal Engine 4, официально вышедшей там и так далее. Все, ну, официально, в смысле, ну, вы поняли, короче, в Steam было и так далее. Просто на Unreal Engine 4 также кофеин еще, я тогда пробовал демку, это было ужасно. Или кофеин была на первой игре. Короче, похуй с ним, мне не нравится Unreal Engine 4, из-за того, что у меня и старый ноутбук, и на нем все лагает. Это основная причина, почему мне не нравится. Не, ну, в принципе, я не вижу такой уж сильный прогресс в этом движке. Может быть, его пока что не используют не весь потенциал и так далее. Я заебался, пиздоболь, загрузка, серьезно. Сделал с этим что-нибудь? Уже 3 минуты, я жду, пока ты грузишься. Конечно, это будет мне поводом вставить сюда фоновую музыку с Мэри Элизабет Макгрин. Кстати, да, она здесь есть. Она участвовала в записи музыки к этой игре, что меня несомненно привлекло, когда я узнал об этой игре. Ну, может, около года назад вот так разрабатывали и так далее, что саундтрек будет вместе с Мэри Элизабет Макгрин. Ура! Меня сохранили. Сейчас должна лагать заставка, не обращать внимания. Она CGI, но она лагает. Но это нормально. Я не успеваю читать. Она вам сейчас расскажет типичную историю о перевале Дятлова, я думаю. Хорошо, сам бы сделал. Я уже думал, опять русский язык ни хера не поддерживает, но все-таки поляки, как бы не так уж и далеко. Сначала шло по плану, бла-бла-бла. However, on the seventh day of their trip, the weather conditions worsened. Здесь перевели как холод Чахаль. Вообще холод Чахаль допускается произношение, так что не обессудь, я все правильно сказал. Я даже рылся в инфе, когда делал летсплей на Catabasis, так что меня не проведешь. 3 weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. Никак ватник с этим, с чем это был, с морсом, господи. On February 25th, 1959, an abandoned encampment was found. Пока расскажу, что мне не очень интересны такие рисованные заставки и описание, в общем-то, я достаточно предугадываю, что здесь будет. Что-то громко не заглушаешь, блядский мужик. Так как игра все-таки позиционирует себя как хоррор, но мне кажется, львиная доля этой игры будет на любование видами а-ля Дирестра. Меня очень пугает такой маленький размер. Я думаю, она будет вести его в действие, но не знаю. Она вышла официально сегодня. Получится, что я зарью этот летсплей в ночь 10 на 11, она вышла 10 июня.
если что. Я прям тоже вовремя это заметил, не проебал и так далее, но просто я был готов. То, что она до этого была доступна у различных топовых лосплееров, насколько я знаю, так сказать, пресс-релиз, им копии распространялись, так что вы, возможно, уже могли видеть прохождение этой игры, потому что она не очень длинная. И так далее. Но я просто обычный чувак, который умеет что-то делать постоянно. Ну, в том плане, что вообще, я не знаю, зачем я начал 3 года назад делать косплея. А ну да, я же бросал так вот, и как-то потом просто привязалось как-то, и, я не знаю, так и пошло. И с головки на русском, офигеть. Почему я, собственно, не понимаю, почему нельзя было сделать русскую озвучку, если все-таки игра относится к России? Это странно. Потому что языки здесь только английские и польские языки, а сабов там до хрена, французский, польский, блядь, итальянский и каких-то угодно. Конечно, все-таки интересная заставка. Да. А может быть это все инопланетяне вообще? Кто бы мог подумать? Или Бигфут? Актодин! Как интересно. Сразу предупреждаю. Если вы видите вот это и вам не нравится, то скажу, что это все низкие настройки графики, они будут пиздоболить. Я пытался сделать что-то среднее, но более комфортной полуплавности я смог добиться только на низких настройках, такие дела. Так, я здесь вот так вот ходил постоянно, вот так вот и пробовал, как она будет себя лучше вести или нет. Ну вообще здесь, если включить тени, тень хотя бы на средний, будет здесь тень на вагоне, тень на этом, ну мне как-то похуй. Я, в принципе, играю в эту игру, может быть, здесь раскроется более подробно, скажем так, интерпретация сюжета о перевале Дятлова, потому что более пока что какой-либо адекватной версии по поводу этого инцидента я до сих пор не слышал. В фильме была прикольная задумка, но это все-таки очень сильная американская отсебятина. Так, но я думаю, нужно куда-то сюда сходить. Я умею только присаживаться, насколько я знаю, да. Зимние уровни, просто рай для Зулина или еще для тех, кто любит зимние уровни. Но я к зимним уровням отношусь нейтрально, поэтому, в общем-то, меня устраивает даже низкие настройки, достаточно все классно, конечно, немного замылено, но кто бы мог подумать иначе. Судя по некоторым отзывам, которые я успел прочесть, здесь дохрена непонятно постоянно, куда идти. Это моя любимая, да. Я пока мне ничего не пишут, ни как взаимодействовать, ни как что делать. Бегать там вроде, я как бы смотрю управление, но те кнопки, которые там... Офигеть! Какие классные грибы. Блин, ну вот, бегать я пока что не знаю, как бегать. Ну, вроде только научился приближать. Охуительно. И приседать. Все. Может быть, все-таки я могу бегать. Ну, если что, мне напишите, я думаю. Так, и у меня вот тоже вопрос, а куда, блядь, здесь идти? Там дверь, если что, закрыта, вот там вот в этом вот здании. Я туда пробовал ходить, когда тестировал. Там ничего. Я так могу, блядь, уйти. Здесь есть какая-нибудь там невидимая стена, чтобы не допустить. Собственно, я не понимаю, что от меня хотят. Потому что я проебал заставку, может быть, там, конечно, что-то важное. Не вижу ни одной открытой двери. Может быть, нужно бродить по лесу. Ну да. А, привет. В аду родилась ёлочка, в аду она росла. Почему я сказал ёлочка, а не ёлочка? Блять, ёбаный ты, сука. Так. Вы серьезно думаете, что я буду бродить по лесу? Ну хорошо, я буду бродить по лесу. Я вижу какой-то... Что это? Здесь невидимо... Да нет никакой нахуй невидимой стены. У меня что, свобода выбора, что ли? Я могу так уйти? Я не знаю. Может быть, нужно найти какой-нибудь офигенно заброшенный... Ветер. Офигенно заброшенный дом там или пещеру какую-то. Я не знаю. Я могу. Просто хочу куда-нибудь зайти. Потому что на открытом пространстве меня, блядь, лагает очень сильно. Ну, как бы она и могла сильнее лагать, если бы настройки еще повыше сделал, но... Пока что... Я не понимаю. И баба даже утихла, она, видимо, поняла, что я совсем безнадежный и нечего выйти мне на заднем плане. Может быть, это и была и Мэри Элизабет Маглина, давно ее не слышал, но тембр вроде какой-то не такой. Я слышал одну песню, и там было по-другому, вроде как. Я не ту песню слышал. Может, как-нибудь открывается там. Где физика, блядь? Намертво застрявшая калитка, я понял. Куда я вообще пришел? А, я просто обошел аж вот эти дома, вон как. Хорошо, может быть, нужно что-то в деревне что-то расспросить там и так далее.
Я пытаюсь сейчас сопоставлять события хотя бы того же фильма, они там тоже припирались к какому-то чуваку, чтобы узнать. Здесь, там была команда, а здесь я один, здесь же, я не знаю. Я ничего не знаю. И прыгать я не умею, я хочу... То есть, а... Непролазный забор, это тоже отличное решение. Может, все-таки как-то открывается, сейчас попробую. Но что-то как-то нет. А что вот это значит? Бэк вообще ничего не значит. Хорошо. Ух ты! Ты смог это преодолеть. Ну... Нет, ну серьезно. Я не удивляюсь, почему я читал комментарии. Я комментарии из разряда таких вот побегал, не нашел, куда идти, удалил. Красиво-то оно красиво. Бабу больше не воет, ей надоело. Хорошо, я постараюсь куда-нибудь выйти, чтобы у вас не травми... Что, блядь? Что это? А, это знак. Все, чтобы вас не травмировать, я куда-нибудь приду и включусь. Сука, пиздец, застрял. А то уже 11 минут хуйню страдаем. Ну не 11, ну почти 10, без учета загрузки. Ладно, я скоро вернусь, надеюсь. Ага. Я, в общем, ушел. Блядь, не надо так. Ушел по дороге, я, кстати, научился бегать. Здесь бег за любимый кнопкой, это удерживать стик. Нажимать на стик, я обожаю просто такое дерьмо. Там была какая-то развилка, я хочу просто уйти просто в ебеня в какие-то. Чтобы посмотреть, действительно здесь есть, или может просто идти вот так вот. Там что-то мигает, музыка прибавила, значит я все-таки делаю правильно. Хоть может быть здесь несколько путей прохождения. Я просто не пошел туда, там было что-то сюжетное. У меня уже, я теперь тоже навижу зимний уровень, потому что я уже не понимаю, мне все сливается. Но раз появилась какая-то музыка, быть может я что-то делаю правильно. Мне остается только на это надеяться. Потому что, блядь, даже нет карты. Другой вопрос, что я бы не смог по ней сориентироваться. Тут что, тоже можно? Хочу сюда. Здесь же клево, смотрите. Во! Да, я иду к тебе. Я иду к тебе. Я не понимаю, куда иду, почему все такое серое стало. Это нормально вообще? Это вообще законно? Я пытаюсь бежать. Ну давай ж. О! Я нашел пещеру! Да я просто... Почему у меня все стало серое? Типа плохо, да? Хорошо, я нашел пещеру. О! Смотри. А! Что за... Куда я провалился? Я только не дам... Что? А, это типа я умер? Все было неправильно? Я просто недавно посмотрел фильм наконец-то 27 часов. И там тоже чувак так неудачно упал, он здесь будет не так. Я не хочу руку отпиливать лобзиком, ножиком, не надо. А, я иду все-таки, блять, нахуй ты меня направил ее вниз? Чё? Серьезно? Хорошо, я иду на свет. Я думаю, это правильный выход. Вот вы тоже думаете, потому что идти на белое среди серого, это наше все. Эта сигарета загорела. Я действительно не знаю, что я делаю. Я пытаюсь увидеть в очертаниях этого что-то вменяемое. Может быть, стоит оглядеться. Но пока я нихуя не понимаю, что я делаю, поэтому я пытаюсь бежать. У меня, наверное, почти получается. Это просто... Просто отличный геймплей. Нет, ну сами посудите, что там было. Я пытаюсь, может быть, там что-то будет мигать. Он сказал, какой-то свет, ну, блядь, здесь свет везде. Я так глаза сломаю. Хорошо, я свет не стал выключать. Я как знал, что свет выключу, я просто... Не знаю. Дайте мне солнцезащитные очки, что ли. Здесь что, происходит или не происходит? Это вообще нормально как? Может, что это какой-нибудь вверх смотреть? Да я вижу только, блядь, пру. Я понимаю, это все реализм и так далее, но... Серьезно, чувак, это, вы думаете, это так смешно? Кидать меня совершенно непонятную ситуацию... Там что, стена? Да я вижу только от силы, блядь, почву. Почему вы заставляете меня опять прерываться, что-то делать с собой нехорошее? Может быть, это из-за этого он так мало весит, из-за большинства вот такая вот белая штука. Но вроде как бы даже какая-то ебака должна присутствовать. О! Да неужели, блядь? Чудо! Я не знаю, как я это сделал, серьезно. Приседай.
Нажать что? Нажать А? Хорошо, я даже нажму А. С кем ты постоянно разговариваешь? Сзади тебя никого нет, кроме меня здесь. Тетрадь какой-то кокарды, блядь, что у вас там? Все, я прошел акт 1. Что? Не включил секундомер, твоя мать. Я опять не знаю, сколько я записывал. На приблизительно минут 20. Не бегите все время, дайте своему персонажу отдохнуть. Это я уже понял, это нормально. Ну, если сейчас будет акт 2, то, пожалуй, на сегодня я совершусь. Нет, я ничего против не имею, но... как бы так сказать. Ну, сейчас посмотрим по обстоятельствам. Мне вот интересно, смог бы сейчас мне не прерываться, за один раз ее просто пройти. На весь 3 гигабайта с половиной, что-то очень мало. Я ожидал, что... Блин. Пока у меня смешанные впечатления, кроме отличного белого зимнего уровня, я ничего не могу сказать. Никакой давящей атмосферы, никаких напрягов сейчас у меня не возникало. Я вообще не понимаю, как может возникнуть напряг среди белой пустыни, так скажем. Это совершенно никакое либо изолируемое пространство и так далее. Я, когда я смотрел геймплейные ролики на стадии разработки, ты вот недавно прям перед релизом выходил такой, скажем, полноценный трейлер, а там был ночной уровень, зимний, но ночной, без пурги, без всякой хуйни, с луной, вот это вот смотрелось просто, да, шикордосно. Но, может быть, сейчас он будет, но как бы мы переждем день в палатке и выйдем ночью куда-то. Ну, в общем, они в играх любят куда-то ходить постоянно, в фильмах, я не знаю, отбиты на всю голову люди, но, ну, чтобы, наверное, было больше острых ощущений и эффект присутствия, блядь. Не чтобы переждать совсем там, я не знаю, до весны, как в этом, как в фильме «Стремящийся выжить», или там «Выжить Alive» называется, такой старый 92-го года, там еще молодой Итан Хоук играет. А вот, они там, короче, разбились на самолете тоже посреди такого вот зимнего уровня, блядь, и проживали там 72 дня, а это, блядь, не может подождать до весны всего лишь, подумаешь. Хотя у него нечего есть, там мертвых товарищей нет. Но ел бы свою ногу там на крайняк, уж я не знаю. Что за бред, они, сука, из очень длинной загрузки, у меня просто не знаю, что бы такого сейчас сказать. А, еще вот, хотел бы сразу сказать, я также недавно вышла на ПК, должно быть, вы знаете эту игру, она называется Dark Dreams Don't Die, ну, то есть D4, D4, D4. И так далее. Но русских сабов нет, поэтому я не стал ее трогать пока что. Она, кстати, тоже на Unreal 4, по-моему, все-таки, или на третьем, вот это я еще не определился. Но суть по требованиям, все-таки на четвертом. И вроде как команда ZocTeam взялась за перевод, но пока что официального подтверждения не было, но, в общем, я буду ждать сабов. Ну, счет того, что сабы на Metal Gear Rising Revengeance я ждал, сколько там, блядь, несколько месяцев, даже почти полгода, я не знаю, тогда, по-моему, все прошли, а я только потом играл. Ну, в общем-то, я никуда не спешу. Если вам нужны быстрые игровые новости с высокими настройками и так далее, смотрите там топовых летсплееров, господи. Или летсплейщиков, как любят школьники их называть. Такого слова вообще, в принципе, нет. Типа там, я не знаю, Куплинова там, или Брейна, еще кого-нибудь. Black Serial Fan, место отстал этого чувака, да. Вот, ну... Я уже при всех обосрал, кого мог, а загрузка все еще продолжается. Серьезно, зачем так делать? Может, она у меня все умерла, не вроде грузится. Я думал, блин, в меню там какая-то музыка, я не смогу свою музыку ставить теперь на фон. Да, блядь, не смогу, конечно. И втираешь мне какую-то загрузку, серьезно, сколько можно? Помню, сейчас я посмотрю, что будет во втором акте. И сегодня точно завершусь, у меня аж телефон разрядился. Акт 2. Вот прямо они знают, когда я врубаю загрузку. Да. Постоянно пытаюсь. Так не говоришь, что это будет так как раз таки ночной уровень. О, это все какой-то слендер, надо сваливать. Черт, они прям знали. Там белый чувак, белых чуваков я тоже видел.
и красные следы. Но теперь-то точно не заблужусь, я думаю. Я просто посмотрю на антураж, пейзаж и так далее. И на самом интересном моменте, как мудак закончит. Ну это как будет такой первый взгляд, как любят там всякие называть, там первое впечатление, бла-бла-бла. Вот теперь меня сохранили. Так что, ну вот без такой пурги она даже более-менее еще нормально даже идет это просто. Я обычно ждал, когда я увидел требования вот этого, там, по-моему, рекомендуется, там минимум, где-то написано, а нет, это, нет, минимум написано 4 гига оперативки, даже 512 гигабайт видюха, ну просто у меня с опытом Daylight'ом я не ожидал, что у меня так будет даже идти. Ух ты, я получу информацию по выживанию, вау, бег, у меня наконец-то решили указать направление, спасибо. Скорость, да, бег L, нажатие на стик, я обожаю просто, когда играю на геймпаде. Мне нужно на отдельную кнопку запилить, там, на А, на курок, блять, на RTLT, но нет, на L, спасибо. Могу фокусироваться, это я уже умею. Освещать путь фонариком, ну да, тогда был день, мне не нужен был. X, хорошо. Карта Y, компас RT, прогибаться под изменчивый мир, я могу на Б, я понял. Как там еще есть? LB, LB, сука. Отчеты. Нет у меня отчетов. Дневник. Дневника нету. Журнал. Я непонятно опять, что делать. Ну хорошо, на этой оптимистичной ноте и обтекстуривающихся не вовремя волнунах мы... Там тоже какая-то красная дерьмо. Это, блядь, глаз урона. Я понял. Сегодня завершимся, я сказал. Выйду в главное меню. Да и меня сохранили, что у меня будет, блядь, утеряно. Пока спорное первое впечатление, потому что нихуя, в общем-то, не было. Я пробежал зимний уровень. Спасибо. Ну, думаю, дальше будет интереснее. Но сегодня мы приостановимся, потому что мне уже нужен торчать геймпад кое-кому, который уже заебался и наемником в Resident Evil 6. Как они вообще могут так извращаться над собой, серьезно? Не играйте в Resident Evil 6, они устанут повторять, это мазохистская игра. Вот, видите, даже ебака есть, вот она прям, даже в менюшке есть, значит, соответственно, точно что-то должно быть. Но об этом узнаем чуть позже. А пока что с вами был JS, всем спасибо, всем удачи, безусловно, скоро увидимся. Пока.